Igor, I want to tell you that Olya has a heart of gold. And I can tell you this because every time that we would be in a situation, missionary trip, with friends, with choir, she would always think of other people first. And are they okay? You know, is everything situated properly? You have someone here who cares so much about other people, and just like we heard, she's willing to give you the love, you know. We're so blessed to be a part of this wedding, and may the Lord bless you guys so much. Сегодня самый счастливый день моей жизни. Можно еще раз скажу, а то я запуталась слова. Сегодня самый счастливый день моей жизни. Как-то получилось, что сошлись с дороги, да, и это было не так давно, так что с Игорем мы, конечно, новые друзья, и, конечно, я ценю дружбой этой. Я бы очень сказал, они очень прекрасно подходят и характером, и даже как брат и сестра выглядят. Я хотел бы вам такое пожелать. Я с Олей был очень близок. И одни из наших лучших воспоминаний – это поездки. Куда бы мы ни поехали, мы могли всю дорогу проговорить и потом еще остановиться и еще говорить. Оля was my favorite traveling buddy. Также я вам посоветую друг другу быть очень чувствительными, и вы будете in life wonderful traveling buddies. Будете друг другом постоянно и никогда не будет достаточно. Олечка, я беру тебя себе женой и обещаю любить тебя, быть верным тебе, заботиться о тебе в радости и скорби, здравии и болезни. И до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Игорек, мой долгожданный и любимый, я люблю тебя. И с этого дня до конца твоей жизни, пока смерть не разлучит нас, я желаю быть тебе верной, любящей женой, хорошей помощницей. А с тобой быть в радости и в трудных временах, и постараться сделать тебя всегда счастливым. Сегодня, 21 сентября, в церкви Слави Christian Center, город Такома, штат Вашингтон, родилась новая семья – Игорь и Ольга Коробейниковы. Поэтому, что Бог почитал, того человек да не разлучает. Многие вам лета. Да благословит вас Господь. А теперь, пожалуйста, мы хотим увидеть, чтобы вы поцеловались друг друга. Дорогие мама и папа, искренне я и Оля мы вас очень благодарим. And me and Olga really спасибо вам. Thank you for all you do.